Привет, привет, зайчик! И сегодня у нас будет видео «Переезд». Вот так. А мы начинаем! Так, Кевин, садись на дорожку, сейчас пойдем в новый дом. Спасибо, этому дому пойдем в другой. Все, давай возьмем коробки и быстрее на такси. Так, Кевин, мы вот пришли. Открываем дверь, заходим и оставляем коробки. И начнем раскладываться. Да, я тоже так думаю, надо раскладываться уже. Давай пока рюкзаки сюда поставим, а все остальное тоже. И пойдем раскладываться. Да, пошли. Ну вот, мы разложились, и сейчас мы бы хотели рассказать о том, почему же мы сюда переехали. Есть много причин, и самое главное из них это... у нас пополнение в семье. Да, пополнение в семье, и это не питомцы. Как-то так. И я этому очень рада, так же, как и Кевин. Правда, Кевин? Да, я тоже этому очень рад. Кстати говоря, объясню сейчас, почему же мы переехали. И первая причина заключается в том, что ребенку надо больше места для того, чтобы двигаться и так далее. Плюс в старом доме у нас был балкон. Да, с балконом было бы очень неудобно. Также я сделала такое решение с Кевином. По той причине, что ребенку нужно больше места. Так как есть задний двор, он может там играть, гулять. И, в принципе, даже для Лаки это хорошая причина. Ее не надо выгуливать в парке, а можно прогуливать во дворе. Да, это довольно-таки классная причина. И еще одна причина, по которой мы переехали. Я очень рад данному переезду, потому что дом больше и больше места. Также здесь есть бассейн. И давайте я сразу все покажу в рум-туре по нашему новому дому. Вот так выглядит двор, и тут уже у нас прихожая. Все в таких нежных тонах, так как, насколько мы знаем, у нас будет девочка. Это классно. И вот так у нас начинается вот кухонька, вот так она пока что выглядит. Здесь есть большой телевизор для того, чтобы ребенок мог смотреть мультики и так далее. Также мы планируем еще кое-кого завести, поэтому у нас есть еще одна комната на втором этаже. Вот так выглядит второй этаж, также здесь лежанка Лаки есть, лежит. Вот так выглядит игровая, то есть детская, а здесь у нас комната для ребенка. А на этом наш рум-тур подходит к концу. Вот так выглядит наш дом. Пиши свое мнение о нашем хаусе, мне будет очень интересно почитать. Также смотри, чего же не хватает в нашем доме, и обязательно пиши, чтобы мы это добавили. Также я бы хотела спросить еще кое-что, не только про дом, но и про Лаки. Как думаете, чего же ей не хватает в этом доме? Далее я бы хотела рассказать, что если вы хотите посмотреть будущее наших персонажей, то есть отдельный плейлист «Взрослая жизнь». Там вы можете найти, где у нас появились уже дети, где у нас уже есть там дом и так далее. Так что обязательно посмотрите на этом все. Пока-пока, зайчик, хорошего дня или вечера.